He's back! Вернулся из небытия. Да-да, я. Всем салам, братва, с вами, как всегда, я, Хограйдер. И как вы уже могли понять, я вернулся на резонку. Ох уж чувствую, сейчас полетит огромный хейт в комментарии. И у меня к этому 100% понимания и 0% осуждения. Хотя буду очень сильно благодарен тем, кто меня поддержит в данном возвращении. Ну, в принципе, я всегда буду благодарен тем, кто меня поддерживал и до ухода, и после, и сейчас. И, в принципе, буду вам всегда благодарен. Вся часть этого видеоролика выйдет разговорную. И в этом видеоролике я постараюсь рассказать, почему я, в принципе, ушел на другой проект и почему я, в принципе, вернулся. Больше и не надо. Начнем, давайте, с того, что куда я, в принципе, вернулся. Я вернулся на свой любимый 24-й сервер под названием Wednesday. И, в принципе, у меня здесь никнейм, как всегда, Liam Hawk. Можете его указывать при регистрации, получать за это бабки. Также, если хотите получить еще бонусы, то вводите мой промокод хэштег Hawk, он вам даст максимальные бонусы, так как он у меня прокачан на максимум. Вроде он там дает 720 тысяч или меньше уже, ну, не важно, суть другая, промокод максимального уровня, так что он даст вам по либасу максимальные бонусы. Ну и, конечно же, никнейм, я возвращаю все бабки рефералом. Там тоже где-то 300 тысяч вроде. Также еще хотел вам сказать, что да, меня вернули на сотрудничество. Точнее, предложили вернуться. И я согласился. А то мне писали, что вряд ли меня вернут. Как видите, к счастью, меня, конечно же, вернули. Ну давайте поговорим о другом, а о том, почему я, в принципе, решил перейти на другой проект и попробовать себя там. Как вы помните, перед уходом на другой проект у меня был просад по просмотрам, и поэтому я и перешел на него, чтобы попробовать себя там. А то многие писали, там рулетки, из-за рулеток ушел, из-за того, что больше предложили денег. Нет, конечно же, озвучивать там цифры я не буду, просто вам скажу, что не предложили мне так уж и много, совсем чуть-чуть больше, чем на Аризоне. Но сама суть, я не понимаю тех людей, которые пишут причину ухода, хотя сами ее не знают, ведь я ее не говорил. Да, ушел я попытаться поднять актив, но, как видите, мне не повезло. И это была такая вот ошибка. Но, как вы знаете, на ошибках люди учатся, вот и я тоже буду учиться. Но это не совсем такая ошибка была. Ошибка была в том, что я верил, если я уйду на другой проект, то я там подниму актив. Не, не совсем так оно и есть. Можно поднять на любом проекте актив. Главное снимать уникальный и хороший контент. В принципе, да, основная причина была ухода — это просмотры и актив на канале. Из-за того, что он упал, я решил попробовать себя на другом проекте. Ну и, как вы уже могли понять, просмотры у меня не поднялись, я там не поднялся, и по итогу я вернулся туда, где я начинал, на Аризонку. И, в принципе, переходить куда-то я больше не хочу. Буду стараться повышать здесь актив и буду стараться снимать здесь. Также хотел бы сказать сорян всем людям, которые возлагали на меня надежды, что я буду там до конца и не вернусь. Ну и еще и сори тем, кто в меня верил, когда я был на Аризоне, что я там буду до конца, тоже сори. Но, как вы можете видеть, к счастью или не к счастью, я вернулся обратно сюда, откуда я начал. Думаю, те люди, которые мне каждый день писали в комментариях под каждым видосом, под каждым сообществом, под каждым видосом в ТикТоке и шорте, писали мне «вернись на Аризону», думаю, вы сейчас счастливы и очень-очень сильно рады. Свою радость, свою поддержку можете выделить в комментариях под этим видеороликом или поставить лайк под этот видеоролик. Ну и также, кому не сложно, можете подписаться на мой канал, мне очень будет приятно. Ну и с этим возвращением я буду очень-очень сильно стараться поднимать актив на канале и на видео, и на шорте, и на трансляциях. Как это сделать, я пока не знаю. Но вы можете тоже написать в комментариях, какие можно видеоролики сейчас поснимать, рубрики или пути какие-нибудь. Достаточно, чтобы они были интересные для меня и для всех вас, и вам было интересно их смотреть вообще. Ну и, конечно же, всем спасибо огромное, кто досмотрел этот видеоролик до конца, кто поддержал меня или не поддержал. Тоже вам огромное спасибо. И, в принципе, я уже буду заканчивать этот видеоролик. Конечно же, рад за тех, кто рад, что я вернулся. Ну и этот видеоролик, к сожалению, я уже сейчас буду завершать. Кого я там обидел своим переходом или же возвращением, простите меня, но, к сожалению, я не могу ничего сделать. Максимум могу что сделать, это извиниться. Ну и, как всегда, родные, с вами был я, Хограйдер. Всем удачи и всем до скорых встреч.